Что ж, здравствуйте, уважаемые зрители, ну или же подписчики моего канала. Меня зовут Задротикс или PowerGenie, называйте меня как хотите, это в принципе не важно. Сейчас, как вы можете заметить, я на своем ноутбуке через эмулятор PS1, а именно PSX, играю в довольно-таки интересный 2D-платформер, называется Punky Skunk. Вот, я в этот платформер уже немного поиграл, и мне есть что про него рассказать вам, дорогие подписчики или зрители. Этот платформер заслуживает вашего внимания, и давайте, наверное, начну рассказывать. Поставим на паузу и поехали. Как я уже сказал в начале, игра называется Punky Skunk. Это игра в жанре платформера, разработанная и выпущенная в 1996 году компанией Ukiyo-Tei. О самой компании мало что можно сказать. Она была основана в 1991 году в городе Осака и является компанией по разработке видеоигр. Игр было выпущено от этой компании очень мало, всего 11, из которых, кстати, была как раз таки эта игра Punky Skunk, или как она еще называлась, Cooly Skunk, но об этом чуть позже. Начну свой рассказ об этой игре с истории, поверьте, она довольно-таки интересная. Punky Skunk была впервые продемонстрирована публике в играбельном состоянии на Super Famicom под японским названием Cooly Skunk в 1995 году на шоу Famimaga Earth's World, где появился актер в костюме самого Punky. Позже игра была анонсирована в игровом журнале таком как Famitsu, рекламируя ее запуск 23 февраля 1996 года. Изначально игра должна была выйти на 16-битную платформу от Nintendo, Super Famicom, но как вы думаете, она вышла? Нет, не вышла из-за запуска другой 32-битной платформы PlayStation 1 в Северной Америке и последующего сокращения 16-битного рынка. Однако не так давно, в 2019 году, демонстрационная версия на Super Famicom была чудным образом обнаружена на картридже 8M Memory Pack в японском магазине игр Super Potato, а образ этого демо в ПЗУ был позже выпущен в сеть в январе 2020 года. Это чистейшая правда, вы можете даже сейчас найти на том же GitHub полный ROM игры и скачать. Ссылка, если что, будет в описании под видео, можете проверить. Так вот, позже Punky Skunk был перемещен на приставку PlayStation 1 и выпущен 1 ноября 1996 года в Японии под именем Cooly Skunk, а в феврале 1998 в Северной Америке. Геймплей в этой игре на самом деле простой. Как я уже сказал в начале, это платформер, в котором вы играете за антропоморфного скунса, которого зовут Punky, и который решает спасти мир с помощью своих друзей Нэша и Келли из так называемой злой армии BB Brigade, возглавляемой Батлер как главная цель. На всех уровнях игрок может найти набор специальных инструментов для главного героя Punky с помощью значка снаряжения. Это брызги, парашют, пого-палку, роликовые коньки, рычаг когтей и сноуборд. Это, если что, все инструменты, необходимые для скунса. Помимо обычных этапов, ну или уровней, представлены и мини-игры, которые могут принести пользу Punky в его путешествии с дополнительными жизнями. Как у тех же всем известных платформеров Super Mario Bros. И Sonic the Hedgehog, на уровнях разбросаны коллекционные звезды, и получение 100 из них дает Punky дополнительную жизнь. Punky проигрывает в случае, если он получил несколько ударов или падение на уровне, и когда жизни потеряны, игра заканчивается. Кстати, ход игры сохраняется через карту памяти с самой PlayStation 1. Вот и вся суть игры. Вся суть ее геймплея. Согласитесь, что неплохо, однако в случае с получением дополнительных жизней с помощью получения 100 звезд, это небольшая копирка идеи с платформера про синего ежа. Про сюжет уже, конечно, немного было сказано, но я его перескажу еще раз. Антропоморфный скунс по имени Punky пытается спасти мир от злого волка Пэк. И в этом помогают также друзья Punky, Нэш и Келли, которые состоят в армии BB Brigade, возглавляемый Батлером как главная цель. Вот такой вот сюжет. Про графику, если честно, я бы не стал говорить, потому что, во-первых, я не графодротчер, во-вторых, она свойственна для большинства подобных платформеров из 90-х годов. К тому же Sonic the Hedgehog на Sega, к тому же Super Mario World на Super Nintendo, к тому же Tiny Toon Adventures Buster's Hidden Treasure на той же Sega, Tiny Toon Adventures Buster's Boost Loose на той же Super Nintendo, или тому же Zero the Kamikaze Squirrel на обеих платформах. Но все же, я немного выскажусь о графике. Она довольно-таки неплохая и приятная глазу. Правда, она скорее подходила бы для Super Famicom,
нежели для PlayStation 1, потому что на первую Соньку выходила огромная куча проектов с более крутой графикой. Но даже несмотря на это все, для меня, человека, который любит подобные игры, такая графика сойдет. Я не стану блевать, как вы, наверное, тоже. В плане критики у игры все очень плохо, потому что в основном отзывы были негативными. Кто-то ее критиковал за устаревшую графику, кто-то критиковал самого персонажа и его имя в том числе, которое, кстати, занимает 8 место в списке Game Informer топ-10 худших имен персонажей, а кто-то даже высказывался про эту игру следующим образом. Сумасшедшая, вы также можете подключить свои приставки SNES и сыграть тот же Zero Kamikaze Squirrel, чем в это. Про графику я не согласен, меня она устраивает, несмотря даже на то, что она выходила исключительно на PS1. А вот персонаж... тут уже немного спорно. Дело в том, что сам персонаж Скунс, это уже само по себе странное решение, а его имя... еще более-менее сойдет. Платформер сам по себе нормальный, он и не хороший, и не плохой. Просто нормальный, хоть и напоминает мне немного Марио или того же Соника, но все равно, то что эту игру сильно полили грязью, мне это ни о чем не говорит. Я к этому платформеру как относился положительно, так и отношусь до сих пор, вот как-то так. Вот и конец данного видеоролика, друзья. А что вы еще здесь хотели увидеть? Это все, что я хотел рассказать про этот шедевр, про эту игру. Причем не только я рассказывал в этом видео. Мне помогали еще два друга, это Капитан Странник и Ретрокомната, за что им отдельное спасибо. Ссылки на их каналы будут в подсказках, которые сейчас появятся в правом верхнем углу. Ну а все необходимые ссылки на игру, именно полную версию для PlayStation 1 и демку для Famicom в описании. Все, всем удачи, всем пока. We'll be right back.